Приглашаю вас на экскурсию по магазину Линелла. У них вышли новые журналы, и я куплю себе продукты домой. Целый стеллаж с конфетками. Вот и шоколадки на скидках. Тузя 200-граммовый по 15,90. Сухарики и рулетики. Вы видите, в общем, друзья. Здесь мне приглянулись вот эти печеньки новые. Смотрите, какие необычные. Типа ушки, что ли. Стоят 30 леев за 300 грамм. Берем. Марсианка по 27,50, тоже неплохие конфеты. Соки по 16,90 в ассортименте. 4 литра пепси 38,90. Чай, кофе и вот такой еще чай в ассортименте. Печень ментая 240 грамм 17,90. Обязательно беру. Еще и шпроты по 30 леев 29,90. И тефтельки рыбные по 14,90. Супер сладкая кукуруза 15,90 берем. И висовский горошек по 12,50. Тоже беру банку. По молочке кефирчик 15,90 здесь есть. Что еще? Творог 32,90, 5% полкило. Вот такое молоко по 16,90. А я возьму желка 3,5% по 13,90 для кофе. Сметана президент еще есть по 20,90, 20%. И желка 400-граммовая по 16,90. Макарошки по 12,90 в ассортименте. Обязательно беру пару пачек. Хорошие макарошки по полкило в пачке. Есть еще вот такие супчики. Блин, так хотелось бы взять, но не буду брать. А вы берите, если вам желудок позволяет. Сахар здесь килограммовый 18,90. Соевый соус в ассортименте по 24,90, 250 миллилитров. Возьму и я, тоже пригодится. Рис экстра 900 грамм за 21,50. Камалина. Президент на скидках, сливочный сыр по 24,90. Колбасы скидочные. Цены смотрите, подешевле, подороже. Вот можешь взять лакты. А еще сосиски по 108, сыры скидочные. Что я тут нашел? Здесь есть, вот кому-то уже нарезали, президент Гауда по 120 леев. Обязательно сейчас возьму. Фарш ассорти 99 леев за килограмм. Что у нас там? Голени по 69 леев. Окорочка по 53 лея. Вот это у нас по мясу свежим. Вот этот президент мне режут кусочек. Спасибо большое. 120 леев, 434 грамма на 52 лея. Вот еще один стеллаж с концентратом скидок. Здесь майонезы на скидках, кетчупы, фасолька разная. Тоже кукуруза, горошек, макароны. В общем, стеллаж, на котором можно сразу все взять. Вот еще раз алпинелов в ассортименте 13,90. Бумага с манго. Вы посмотрите, какая рута. Трехслойная. Прям вкусняшка. 8 рулонов 48,90. Сколько там? 6 лей рулон получается. Берем обязательно. Еще по химии жидкое мыло мне надо. О, 1,5 литра 44,90. Миндальное мыло. Берем. Алкогольный стеллаж. Цены смотрите сами. Здесь без комментариев. Возьму я еще чаю. Вот видите, тут в ассортименте я возьму с бергамотом. Любите бергамот? 25 пакетов по 2 грамма. Короче, 1 лей пакетик получается. Нормальная цена. По заморозке показываю. Пельмени 800 грамм. Вот они. Паненела. А, еще смотрите, друзья. Пицца опрецмик. Вот она в ассортименте и в наличии есть. Можно брать, но у меня есть морозилки. По мороженому 54,90, полкило. Смотрите, в ассортименте Ададжио от Сандры с джемом. И еще вот здесь целый огромный холодильник скидочной мороженки. Вот это моей жены любимая лакомка. Вот она. Обязательно беру пару штук в морозилку кину. По снейкам. Чипсы, люкс, большая пачка, сколько, 183 грамма, 27,90 в ассортименте. И вот гренки, флинты, вот эти новые флинты на скидках 6,90, ну и старые тоже. Вот все, что я набрал, едем на кассу. Есть. Ну вот, друзья, я затарился, вот так выглядит мой пакет на 339 леев, 18 бань. И напоминаю вам про лотерею, которая сейчас проходит в сети магазинов Линелла. Для участия в акции надо сделать покупку минимум на 200 леев одним чеком. И главное, чтобы в чеке было минимум 2 товара из скидочного журнала. Вот с такой пометкой «Продус Акаса». Далее вам надо зарегистрировать чек на сайте autochton.linella.md. И тогда вы сможете выиграть один из 5500 ваучеров на сумму от 200 до 1500 леев.